Привет, это Рибуарн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Гаррис Крафт через донатик, за что ему огромное спасибо, просил меня посмотреть ролик с канала Шурик World. Ролик называется «Когда твой друг-программист соединили ГМОД и Майнкрафт». Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Ты что делаешь? Смотри, что есть. Так. Хуя. Ого, ничего себе ты программист. Хуя, он летел. Я уверен, ты не сможешь сделать. Прям башка кружится. Ефим, чтобы Гаррис Мод, Майнкрафт стали одной игрой, соединить, играть это во все одновременно, ты вот этого явно не сможешь сделать. Почему мне плохо, хватит. Вообще-то, я уже это сделал. А, ну-ка, чё? Посмотрим. Ты реально Майнкрафт в Гаррис Моде? А строить можно? Так, ну круто, ты, конечно, решил как бы в Гаррис Мод Майнкрафт карту и как бы совместил две игры. Ну, легким путем пошел, как я смотрю, то есть вот так, да. Ну да, типа ты же не можешь строить, наверное, ресурсы забывать, да? Ой. Нет, я сделал синхронизацию двух... Гениально, сказал, еще непонятно. Я могу, но... Ну это пиздец. Нет, я сделал синхронизацию двух игр путем UDP-шечки. Хочешь посмотреть? Что такое? Давай. Ну-ка посмотрим. Только я не могу, да, подключиться? Да нет. У меня тоже нет подключения к Сане. Какой-то красивый Майнкрафт. Мы перезагружаем интернет. Да. Ну опять же, все равно, типа, строить же нельзя, поэтому нифига это Майнкрафт. Сделал карту, которая не работает. Вы разговариваете, я выключил роутер. Как ты разговариваешь? Я кликал на кнопку, короче, оказалось, что это выключение подсветки, я просто... Ну визуально, блин, это, конечно, выключается. Чика себе туман орёт, блин, как бартышка. Так, мне сейчас интересно, что ты тут сделал, если ты так кнопки путаешь. Что тут будет сейчас происходить? Зашёл на сервер, ёпта моя. Неужели 40 минут всего лишь заходили? Охренеть. Это ты сейчас? О, прикольно, разрушилось как магия. Охереть, он... Бля, вот это орк. Он просто строит коробками на моих глазах. Иди нахер, Лёх, я сломаю одну свою коробку. Я не хочу ее. О. Слушай, ты мне можешь играть? Да нет, это уже реально просто Майнкрафт. Блядь. Я сломал. А, не понял, типа кто-то играет в Майнкрафт, кто-то играет в Гаррис Мод? Святой землю. Сейчас на машине буду ехать, смотри, Лёх. Я выезжаю из гаража. А я не могу на машине? Чё, лох, в Майнкрафте нет машин. Нет, я в бассейн упал. Лошара. Да иди нахер, Майнкрафтер, Алексей, блин. А сейчас что я держу в руках? А как ты? Странно, а как так вообще он сделал, интересно? Понял. Ну, текстуры. Блин, откинул. Ай-яй-яй-яй. А вот тут у тебя что? Вот смотри, что я сейчас буду делать у тебя? Запрыгнул на блок, и тут паркур. Нихуя. Фига себе, улетел. Дует. Я не летаю, она у меня в воздух дует. А, у меня тут ничего не... У меня дует. Сейчас что я создал, смотри. Вот это что? Слайм. Слайм. Слайм? А вот это что? Да. Большой слайм. Это холодильник, блядь. А вот это что? Маленький слайм. Вот это было смешно. Слайм поменьше. Сука. Смотри, Лёх, вот это как тебе? Огромный слайм. Ох, ёбаный бандон. Охуеть, что такое, блядь? Что генерируется смайлы. Что ты видишь? Миллиард смайлов. Охуеть. Слушай, а воду разлей, воду разлей. Не надо воду разливать. Разлей, разлей. Не надо. Мне кажется, не будет работать это. Знаю Фима, он дотошно сделал бы это. Ну-ка, давай посмотрим. Разлил? Да. Где? Не в воде. Но там технической возможности не было просто. Отговорки пошли. А какие другие, кроме земли, у тебя есть блоки? Чё? Это просто разные виды коробок. А, это кобблстон, да? О, вот это что-то зелененькое. Да, вот это синенькое, по идее, да? О, вот это говно деревянное какое-то, да. Да. Типа, наверное, дерево из джунглей. Слушай, хорошо, что я это тоже снимаю, а потом подставишь.
Если бы не снимал, было бы немного странно, на самом вот деле. Вот это черное, это, ну, это обсидиан, очевидно. Очевидно. А, смотри, смотри, у него чел в руках. А что ты факел носишь? Фак? А, факел, блядь, я думал, что ты факел носишь. Это еще фонарик. А-а-а, смотри, я могу так делать. Он включает, он включает. Ты как будто выпьешь. Как тебе? А это фонарик просто, да, прикол? Выглядит как в Майнкрафте прям. Это ракета. А, ракета, сори. Блин, физиган какой красивый. Охереть, ты лазеры пускаешь, Лёх. А какого цвета лазер? Красный. У тебя красный в горизонте? Да. Ты поехал, дядя. Так, не топи её, не топи, Лёх. Не, прикольно, в майне же так нельзя сделать такую тачку. Я хочу кое-что проверить. Наверное, только с молодым местом. Ко мне. О, хорошая идея. Очень дырка. Хорошая идея. Не очень хорошая, да? Блин! Он бегает по воздуху. Стал маленьким. Что за херь? Почувствовал маленьким? Коромысли, ты стал маленьким. Рил. А что за кого? Ааа, сдох! Я выпал из мира. Блядь. Ух, чё? Что было сейчас? Где? Что ты стал маленький? Типа в Гаррис моде нельзя карту сломать, а в майне можно, прикольно. А что ты нафиг? Стой, смотри, стой. Типа пиздюк. Вау! Вау! Дубина по башке! Вот это ёбнуло! Охуенно. Как он тебе нравится? Смотри, я его шевелю. Так. Сломал, блядь. Папа, если я сейчас запущу еще Майнкрафт тоже. Ой, ёбан в рот. Секунду. Машина застряла в слизи. Сейчас схлопнет. Так, Лёха видит Лёху в двух разных играх. Ты дурак? В той игре у тебя получше ник, конечно, чем тут. That's amazing. Ой-ой-ой-ой. Собака, ну всё. Ломай, ломайся. Всё сломал нахуй. Я на самом деле забавный видос получился. Или это Майнкрафт? Какая. Жесть. Там голова, что ли? Я отказываюсь от того и от другого, пускай все горит. Ты закрыл себе выход. Не, ну реально забавный ролик получился. Ну-ка, что за... А, что-то есть. Динозавр? Охуеть. Это крипер. Охуенный. Спасибо большое за ролик, спасибо большое вам, подписчику, за просьбу. Это было забавно. Сначала думал, сейчас будет фигня какая-то. Ну, типа, сначала смотрю, чуть ничего не понятно. Потом дальше поржал. Это было хорошо. Вот. Если вам понравилась реакция, вы знаете, что надо делать. Всем всегда был Реборн. Спасибо за просмотр.